Илья, рад видеть тебя улыбающимся наконец-то, с победой. Спасибо. Какие эмоции после игры? Только положительные. Выиграть в дерби других эмоций быть не может. Согласен, что сегодня у тебя был один из лучших матчей в карьере? Конечно, это мой первый дубль. Как иначе могло быть? Первый даже? Да, мой первый дубль. Сразу в матче с Спартаком. Ну, хорошо же. Ну, в нужное время, в нужном месте, как говорится. Причем два таких акцентированных удара, целился или прям на силу? Первый не целился. Второй бил в ближний угол на силу. Ну, если чуть серьезней, какой был настрой перед игрой, что обсуждали? Спартак все-таки очень сильная команда. Мы обсуждали только победу в сегодняшнем матче, потому что последние 6 игр мы у них не выигрывали. И мы ехали к нам домой, на РЖД-арену, только за победой. Сегодня очень эмоциональный матч получился, в том числе и с твоей стороны. Вспомни самые эмоциональные моменты. Голы уберем в сторону. Самые эмоциональные моменты – это, наверное, в концовке матча, когда сил уже остается не так много, и там на последних силах ты где-то там вырываешь мяч, и просто заграничные эмоции, адреналин хлещет. Наверное, вот эти моменты. Смотрели за тобой, периодически ты уже останавливался, сказал, что сил нет, и тут же совершал невероятный рывок, как после паса вот на правой бровке. Как ты добежал, непонятно. Откуда силы брал? Я как болид да заправляюсь, когда стою. Все, теперь мы знаем твой секрет. Порой вы к трибунам обращались. Насколько сильна поддержка болельщиков сегодня была? Безумная поддержка от болельщиков сегодня. Каждому человеку, который присутствовал на трибунах и поддерживал нас сегодня, огромное спасибо. Это было невероятно. Почувствовали вкус побед? Хочется выиграть наконец-то что-то? Всегда хотим выигрывать. В любом матче. Будь это «Спартак» либо любой другой соперник, мы всегда хотим выигрывать.